Америка? Ну да. Америка интересная страна. Я могу сказать, что я в Америке, но практически не был, потому что Америка большая. Потому что Америка и северная, и южная. А Россия одна. Вот, а Сибирь тем более одна. Вот по сравнению с Сибирью, Америка отдыхает. Вот, если ты не был в Сибири и не был на Байкале, значит, ты бы никогда не был в Сибири. А если ты не был в Сибири, значит, ты не был никогда в России. Вот. Брат, отдыхает Америка по сравнению с Россией. Хорошо. Россия – это очень хорошо. Илья. Или ты, или он. Ну, я не знаю, честно. I love America. А кто самый хороший игрок в NBA? Да-да. Двое-двое. Слушай, Омск Форевер. Форевер. Че, как? Ну, или типа того. Америка. Hello. Америка, неизвестная страна. Наши русские люди очень хотят дружить Америка. Русский человек не есть медведь. Русский человек не есть тупой, пьяный, в шапке, с бородой. Русский человек хочет открытой душа. Русский человек хочет мир. Мы надеемся, что все эти передряги, они улягутся, и люди будут жить дружно. Мы вот сейчас только что с братьями спасали бедного медведя от мужика с ножом. Потому что шел медведь по улице, никого не трогал. А тут идет мужик бородатый с ножиком и с топором одновременно. Медведь от него, а мужик за ним. Мы еле мужика тащили от медведя. Но...